442, 443, 444 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан судебная коллегия постановила приговор Джезказганского городского суда Карагандинской области от 20 апреля 2016 года в отношении Игибекова Тюлегена Кафаровича изменить в силу статьи 63 Уголовного кодекса Республики Казахстан назначен наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет считать условным с установлением правосудия.